с блокнотом Тамбова мы расскажем о том, как на Тамбовщине закончился мусорный монополизм длиною в десятилетия монархии, годы споров и месяцы войн. Не войн, а здоровой конкуренции, как любят говорить региональные власти. Именно им уже совсем скоро вместе с тамбовскими жителями предстоит выбрать единого мусорного оператора. Именно он, победитель в равной борьбе, займется вывозом мусора по всему. На данный момент вывозом ТБО занимаются только в городах, крупных райцентрах и населенных пунктах, куда мы сейчас и отправимся. В год экологии в Тамбовской области появится единый региональный оператор по перевозке мусора. Сейчас мы находимся в селе Верхнеспасском Рассказовского района. Здесь наглядно видно, насколько остро стоит проблема перевозки мусора, как и в других небольших населенных пунктах Тамбовской области. Затрагивает в основном мусорных гигантов. На примере Рассказова, близ района Арженка, мы можем увидеть, что маленькие мусороперевозчики не заботятся о предстоящем конкурсе. Как и любая революция, свержение мусорной монархии происходило больно. Но больно было несколько дней. Горы мусора в социальных сетях так встретили Новый год тамбовчане. На рынок новая компания вошла сразу после Нового года, рождественские каникулы, жаркую пору. Новые контейнеры вывозили, а старые стояли. Так мусорная империя региона стала республикой с логичной живой конкуренцией двух крупных компаний, проверенного временем ТЭКО-сервисом и современным ТСК.